Доброго утра! У нас 10 часов. Афонька дома сегодня. Смотрит, как он был маленький. Смотрит, как он плакал. Сказал, все, не переключайте мне ничего. Вот, а я уже готовлю обед. Сижу, несмотря на то, что он в отпуске, уже на работе. Ну, и это нормально. 2 недели он отдыхал без работы. И я думаю, что этого, в принципе, достаточно. Мне тут гусь, так не хотела его разделывать, но вот сейчас вот на сухой сковородке жарю его, чтобы лишний жир вытопился. Будет у нас гусь с перловкой, в общем-то, как плов, только с перловкой. Ну, гусиную грудку я замариновала, соль, перец, надрезы немножечко сейчас в пленку или в пакет и в холодильник вечерком поджарим. А вот остался хребет от гуся, я его разделю на 2 части. То есть будет 2 бульона, потому что мне кажется, что это слишком круто для одной кастрюльки. Бабушка с дедушкой уезжает, да, Фань? Да. Ты им сказал до свидания? Да. А мы что с тобой будем делать? Ждать Антона? Папа сейчас уже Антошку привезет, да? А ты сказал, что мне вон молоко купили. Да, а ты сказал? Да. Ты сказал маме, да? Да. А мама сказала папе, да? Да. В мультиварке каша с гусем. С гусем. А здесь у меня что? Компот. И уже сделала салат. Остался горошек от яичницы. Огурчики и капуста, в общем. А сегодня была на завтрак яичница с горошком. Я тут разговариваю. Лена. Кто? Моя. Кто твоя? Моя яичница. А я тебе не делала яичницу. Лена, Алиса сделали. Да что вы говорите? Ой, вот и Антоха. А папа тебя забрал. Ну как ты, обрадовался? Или ты был в шоке? О, пап, ты с подарками? Медик. Круто. Ау! Еще молоко. Тоже хорошо. Давай. Ну как? Да, ты напомнил? Приближался к дому, а потом вспомнил только. И вы поехали? У нас обед. Папа разливает всем компот. Это мне. Да, это все. Все, будем обедать. Кто-то выбрал суп рисовый. У тебя. А я хочу такой стаканчик икеевский. Главное не разлить, как в прошлый раз. У меня будет перловка. А кто что выбрал? В общем, Антоха тоже выбрал перловку, а Афоня с Гришей выбрали рисовый супчик. Будем доедать цветную капусту вчерашнюю. Детям вообще не понравилось, мне очень понравилось. Такая погодка сегодня, дождик. Прям такой дождик. А мне он нравится. Мне кажется, очень даже хорошая погодка. Блин, хотели вчера убрать батут. Сижу, говорит, рановато. Но, по-моему, было в самый раз. Ну, ладно. Будем теперь ждать, пока дождь закончится и высохнет. Можно идти? Можно. До 4 часов посиди и домой, да? Все, беги. Зато тебе, да, давай, подождем. Да, зато ехать потом не надо. Да, зато тебе потом приезжать не надо. Точно. И делать там что-то не надо. Зато машина заглохла. Да, погодка сейчас такая прям осень-осень. Вот наконец-то этот октябрь наступил. А то у нас жара и жара. Мы сейчас с Антохой занимаемся. Распечатала алфавит, чтобы был... Ли... Нет, еще не все. Чтобы были обязательно и печатные, и прописные буквы, чтобы он мог ориентироваться, и пишем что-то типа буквенного диктанта. Я диктую ему по 6 букв. Потом у нас передышка. Вот сейчас красиво, молодец. Все, я на тебя обыграю. Угу. Все, я Антохе такую же распечатала и себе. Потом еще будем писать. Нет, да? Я хотела другую нашу, как. Как ваша? Да, там все буквы. И согласные, и гласные. Но у меня просто не цветной принтер, они же не RSP, они все будут черными у нас. Ну, я знаю. Ну, ладно.
А какие тут согласные? Это согласные, да? А гласные? Ну, я сейчас говорю гласные. А, это гласные. Гласные. Да? Мама, я сейчас поеду на танки. Нет, с, это кажется. А на танки. Ого, там мелкий. Нет, р, это согласный звук. Ты уже научился понимать, да, какой? Это... Подушка, чтобы спать! Классный. Мама, подушка, чтобы спать! Угу. А у нас сейчас с Афоней будет перекус, да? Не трогай это мясо. Уколиться можно. Сейчас будем доставать наши любимые мюсли. Вот в одной пятерочке они продаются, в другой нет. Вот такие вот с ежевикой и с малиной. Они очень вкусные. Угу. Будем сейчас с молочком, да, мюсли? Ты будешь? Да. Круто. Залятка. Залятка. Написано финский контроль качества. Да. Да, как будто ты это понимаешь. Я понял. Давай. Какие они там внутри, покажи. Сейчас я тарелочки принесу, хорошо? Так, наши любимые тарелочки. Мы сейчас будем перекусывать. Ты будешь, пап, с нами мюсли? Давай. Фонь, тогда нужно еще одну тарелочку. Так, вот такие вот мюсли. Поделили на троих. Да, Гришку ж я отвезла. Все нормально. Дождь, правда, идет. Я все это время спала, представляете? Кто-то скажет, блин, вы что, маленький ребенок? Знаете, как это круто поспать, когда открыто окно и шуршит дождик. Это вообще ни с чем, мне кажется, несравнимое ощущение. Так что я выспалась. Сейчас еду за Гришкой. Пока мой сын учился, я все это время спала. Ну и ничего страшного. Считаю, что нужно жить в свое удовольствие, потому что если подстраиваться под всех, то это, блин, пипец. Я даже не знаю, когда тогда жить, делать то, что ты хочешь. Все, все дома, только Гришку надо вести теперь на карате. Да, сегодня футбола нет. Смотрим НТВ. Уже начинается сезон развешивания всего на дверях. И на батареях. Сушилки у нас не пользуются. Ну, я ими не пользуюсь. Все, собираемся. Мы на карате, а тут у нас все развешено. Под навесом висят. Ну, под навесом не так, все сохнет быстро, сынок. Так, может, там? Да нет, я-то там вывесила, но просто там все, нету такого ветерка. Здесь тоже висит под навесом, но тут нету ни сквозняка, ничего. И поэтому, ну, хотя вот... За сутки оно все-таки высохло. Вот здесь вот, не знаю, да нет. Ага, тут сырой, в общем, надо его перевернуть теперь. А я сейчас буду менять вот эту вот картинку. Ну, постараюсь сейчас. Не могу вот это сдвинуть. Вот эту вот, в общем, буду менять. Потому что нам пришли фотки с фотосессии. Сейчас покажу. Сейчас я открою на Google диске. Вот они, наши фотографии. На некоторых фотках я вообще себе не нравлюсь. Но это чисто мои уже, знаете, загоны. Но сами фотки очень-очень красивые. Все. Мам, уже она звонит точно тренеру. Да? Это меня уже на... Ну, подожди. Зай, можно я поговорю с камерой? Угу. Да, любимый, посмеяться. А вот сейчас следующая просто огонь. Вот. Ну вот, в общем-то, и все получается. Все. Конец. Сейчас посмотрим, что она здесь хочет загружаться или нет. Ну еще загружается, ждем. Сейчас вот подбираю. Не получилось у меня поставить то, что я хотела на... Ну, этим займусь уже попозже, в смысле на YouTube, да? Сейчас выгружаю видео, когда мы пробовали манго. Так, что еще делаю? Ищу. Это надо закрыть. И ищу каски. Мне нужна
на прянике, чтобы была строительная каска. Вот сейчас подбираю что-то подходящее. Вот что-то вот типа такого уже нарисованного нужно. Вот мне кажется, вот эта строительная такая подходит. Но сейчас еще буду определяться. Или вот это вот. В общем, делать пряники — это не просто их печь. Еще и нужно подобрать дизайн, когда клиенты не знают, что они хотят. Ну, мы примерно определились. Вот сейчас я нюансы ищу.